Это у нас круг. И последний, кто остается в этом круге, получает 10 миллионов долларов. Да-да-да, я пытаюсь быть мистером Бистом сегодня. И есть один минус. Здесь нельзя толкаться и нельзя убивать. Поэтому я создал плейс в Роблоксе, где у нас есть круг, и если ты заходишь за его границу, то ты просто умираешь. Притом, это солидная стена, если ты будешь внутри, ты не сможешь пройти, поэтому сейчас начнем челлендж. Итак, пишем в чат, начинаем. Итак, для начала я включу полет и взлечу над вот этим вот кругом. Все, я внутри. Теперь пишем команду TP all me. И все. У нас здесь теперь чуваки. Итак. Вам нельзя пересекать линию. Так, давайте еще раз. TP all me. У нас имеется сколько человек? Окей, пока я печатаю, я вам расскажу все основные правила. Этим ребяткам нельзя пересекать линию, иначе они просто проиграли, и они не получают 10 миллионов в скайблоксе. Ну да. Итак, и также я хочу сделать небольшой челлендж и так далее, потому что это только испортит настроение всем другим игрокам, не только мне, и это будет нечестно. Так, сейчас я немного хочу затроллить. Толкайтесь или бан. И давайте я их отвлеку, может быть, в Simon Says, да? Я понял, что круг, кстати, слишком большой. Ладно, ждем, когда кто-нибудь умрет. Затем я буду делать что-нибудь. Так, и давайте же подождем, когда что-нибудь произойдет. Оп, у нас минус один. Это у нас Димон 1, 2, 3, 4. Сорян, ты не получаешь приз. Ты туда не можешь пройти, к сожалению. Но мы понаблюдаем за ними, потому что это очень интересно. И ждем, когда еще кто-то умирает. И, как мы можем заметить, у нас осталось еще несколько человек, но немного скучновато. Давайте же я сейчас выдам себе какую-нибудь интересную вещь, например... Gear me и вот такое вот, например. Это у нас оружие. Да. Оно, кстати, стреляет неплохо. И стреляем по случайным людям. Итак, это слишком долго длится, мне немного лень. Так, я себе выдал Building Tools. И давайте я сейчас немножечко тут поубалуюсь, потому что... Так, что у нас здесь есть? У нас есть небольшая функция. Это приподнять. И мы вот так прошли. Да. Итак, смотрим на вот этих вот игроков и стреляем по случайным людям. Я не хочу, чтобы это слишком долго длилось. Да, я злой человек, но ладно. Простите уж, пожалуйста, мои фаны, но... Я не смотрю, на кого я стреляю. Я не смотрю. Я просто стреляю по случайным. У нас осталось, кстати говоря, еще 5 человек. И мне интересно, кто выживет. Давайте я выдам всем рогатки. И давайте я сейчас выдам всем легкое оружие. Кто первый поймет, что у него есть рогатка. Вот, есть люди, которые поняли. И теперь здесь будет уже интересненько. Так. Мне только что снесли голову. Хорошо, ладно. Хочу понаблюдать за этим немножечко. Давайте я сейчас разетнусь и посмотрю, кто из них останется, кто как будет играть. Если быть честным, они сражаются очень хорошо, никого друг друга не убивают. И давайте я выберу случайного человека и дам ему какое-нибудь оружие, да. И давайте я выдам один очень интересный предмет случайному челику. Давайте я сейчас вот так вот мышкой подвигу и давай какой-нибудь челик. У нас Димон, нет, он у нас уже мертв. Это у нас синтетика 29. Давайте я сейчас найду вот этот чел. Значится Gear.
чтобы это не было. И давайте сейчас посмотрим на его реакцию. Это у нас, кажется, какая-то бомба. И да, он умер. Я выбрал случайно. Я не хотел выбрать кого-нибудь специально. Я вы... О май гадабл. Не говорите мне, что этот предмет... О, нет. У нас осталось 3 человека. И стоп. Я сейчас выдам им всем мечи. И мы посмотрим на финального победителя этого челленджа. Я думаю, всем было интересно. Я поставлю... О май гадабл. Хватит. Хватит. Я не знаю, что произошло, но победитель, как оказалось, это у нас Денис 123FD. Рад за тебя, рад за тебя. Ты выиграл. И так, я никому не давал бомбу. Я дал ловушку. Окей, ты у нас победитель, ты у нас победитель. И давайте я просто по фану, скину всех в центр. И посмотрю, кто из них хорош в свордфайте. Кто хорош в свордфайте, тот получает 1 000 000. И сейчас у нас будет PvP. Я вставляю сюда вот эту команду. А, стоп, надо для начала TP all me. Далее execute this command. И все. Теперь мы смотрим настоящий sword fight. И кто выиграл? Выиграл Денисович 2006. Красавчик, ты выиграл. Этот $1 000 000. В итоге у нас выиграло 2 Дениса по странной случайности. Но ты выиграл, да. И давай я тебя сейчас вот так вот быстро зарежу. Все. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Так, вот Денисович сейчас получает свой приз. И вот у него 1 200 000. И теперь Денис 123FD.